Всем привет! Федерация фигурного катания Китая уведомила ISU, что страна не сможет провести соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту в сезоне 2018-19. В Китае должны были пройти этапы юниорского и взрослого гран-при по фигурному катанию, а также два соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту. Китайский этап гран-при Cup of China, запланированный на 2-4 ноября, будет перенесен. Главный претендент на проведение этапа – Южная Корея. ISU подождет подтверждение от Южнокорейской Федерации до 25 июня. В случае отрицательного ответа будут рассмотрены другие варианты. Юниорский этап гран-при, который должен был пройти в Харбине с 19 по 22 сентября, перенесен в канадский Ванкувер и состоится с 12 по 15 сентября. Турнир «Шанхай Трофи» запланирован на 29 сентября, 1 октября в Шанхае. Отменен. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.